Что можно вы сделать в этой игре? Сменить оружие. Например, ну давайте на вот это вот. У персонажа сменилось оружие, и собственно оружие! У него сейчас вот такое вот оружие. А дальше можно показать агентам в снаряжении. Вот типа спецназовец, а вот террорист. И можно типа менять им оружие. Лего. Вот типа так и вот так. Ебать, так, вернемся же в главное меню. Так, показать выбранного спецназовца. Вот типа так можно поменять спецназовца. Я не понимаю, нахуя? Нахуя он еще битбоксит? Постоянно. Я просто не пойму. Же в главное меню. Так, показать выбранного спецназовца. Ебаный райзер, блядь. Вот типа так можно поменять спецназовца. Сегодня на моменте слишком жестко на миллисекунду выпал. Минус этой игры, ну что можно сказать? Палец и мой никнейм. Я думаю, что никнейм можно куда-нибудь было, ну знаете, сверху поставить. Брат, ебать, можно его было сменить. Например, на вот этого вот человечка. Ебать! Палец и мой никнейм. Так, что еще можно тут сделать? Я не знаю. Так. Давайте, наверное, заглянем в новости. Так. А, новости... А, ну это не важно. Это мы не будем читать. Согласен. Дальше, что у нас тут? Тут всякие прибамбасы. Блядь, это долбоёб без прайма. Ну, набор музыки и какие-то еще штуковины, которые надо покупать за реальные деньги. Так, что у нас еще? Кейсы, которые тоже открываются за реальные деньги, но это сам, собственно говоря, нам не нужно вообще. Наклеечки, что еще? Наборы всякие прикольные, но их тоже надо покупать. И главное, так. Так. И какие-то двойной обменник, именно ярлык и хранилище какое-то. Так. Так, что еще мы можем посмотреть? Мы можем заглянуть в инвентарь и, собственно говоря, посмотреть, как он улучшился. Ну, немного есть такие изменения. Так. И выглядит, ну, тоже стильненько. Так. Осмотреть. Стандартный агент. Вот такой вот стандартный агент. Он так вот выглядит. И давайте посмотрим еще какие-нибудь оружия. Он реально... Он думает, что люди не знают, что такое, блядь, вообще персонажи, я просто не понимаю. Которые, может быть, да появились, а может и не появились. Как мы посмотрим оружие, те, которые не появились? Я просто не понимаю. Так. Так. Например, мы можем посмотреть вот это оружие. Оружие называется АИД. Поэтому оно вот такой вот, ну, вот так вот смотрится. Ну, классно выглядит. Охуенно. Что еще мы можем тут посмотреть? Так. Так. Мы можем осмотреть... Очень легко. Очень легко прочитать название. Вообще ноль сложности. Вот такое вот оружие. R90. Чекни его последние два поста в ТГ. Это пиздец. Блядь. Ладно. Так уж и быть. Мне впадлу, но я посмотрю. Иван Зола 2004. Так, а вот тут уже есть инфоповод. Как мне ответить братишкину? Темная сторона интернета, в скобочках. Сейчас пост напишу. Я на самом деле, вот можно сейчас чат прочтите? Иван, ну, это, блядь, я чуть не уснул, пока смотрел, реально. Очень говно видео, если честно. Мне не понравилось. Я вам дизлайк въеб просто так, заведомо. Ну, чтобы вы старались, потому что это, ну, даже первая часть. А ладно, что отвечает Иван Зола? Во-первых, у меня есть тяжелая нагрузка в колледже. Я выполняю разные задания и дико устаю. И еще у меня тренировки. Летом, естественно, я был очень активным и делал видосы прям активно. А сейчас у меня не хватает прям времени. И, как я говорил, я в медике на 10%, а в обычном мире на 90%. Я исправляюсь, но зачем на меня гнать? Это возмутительно прям. Во-вторых, я не могу уже скрывать, но 2 месяца назад моему менеджеру по Ютубу написал Денджер Люха.
светлая сторона интернета, в скобочках. И до сих пор жду, чтобы на этом персонаже открыть 6 фазу и снять с ним ролик. И, блин, я до сих пор его ожидаю. Я вот бы начал действовать оперативно, если бы какой-то хайп был бы. Денже Лёха, пожалуйста, отложи ты уже наконец-то свои дела и начни действовать, а то я старею. Какой гений. Да ладно, зачем ты донатишь $25, когда ты мог сам эту подписку ебучую, вонючую купить? Спасибо за $25. Фонтан, это пиздец, такой кадр, я ебу нахуй. В принципе, вот так вот выглядит, как, знаете, говнотомет немножечко. Почему он не мог сказать R90? Типа... Похож. Так, экипировка, графика, нашивки, но нашивок нету, к сожалению. Не найдено предметов выбранной категории, понятно. Так, профиль, угу, так. Понятно. Так. Что еще мы можем посмотреть? Оп, опять сюда. Вот да это его менюшка, ну она прям влечет его, он не может без вот этого, вот, оно его прям манит. Вроде бы все мы посмотрели. За что Ваню? Строго собака, блядь, иди нахуй. Охуеть, новый комплект. Фу, блядь, новый конфликт. Девушки с Филзора против Строга. Будет ли что-то комментировать по этому поводу Гаечка? Строго собака, блядь, иди нахуй. Охуеть. План на Сербию? Сосать, секс, блядь, все. Сиськи, жопа. Нормальный планчик, а чё, блядь? Смотрели в... Кринжовый немножко, но нормальный. Это игре. Строго про подарок Вадима. Не понял сейчас. Вот, бля, вот этот авик, это просто... Я бы его в жизни никогда не продал, честно. Я бы батюшке навик слил бы к хуям собачьим, потому что продал бы батюшке ему за $5000, а вот... Не понял сейчас. С вот этим бы играл. Ребят, если что, 400 тысяч рублей стоит АВП, которая у него сейчас. Вот так. Короче, я понял, меня никто не любит, нахуй. А твой новый шеф не может, блять, на машине поездить хотя бы больше 5 дней, потому что ему не нравится. А я не виноват, разницу? Что мой новый шеф долбоеб и вор нахуй. А может это он вчера против нас играл вместо Юнита? Так это он про Путина. Нет таких мыслей. РРРРРР90. Ну и собственно... Причем тут я, блять? Ну давайте же поиграем. Сиповка про Жожу. Почему его Сиповкой называют? Здорово, чё хавал сегодня? Ты хотел конфликта? Здорово, Жожа, маму твою хавал на завтра. Как долбоёб, блядь. Охуеть. Ебать. Да ну нахуй. There's a nigga from Sidon B. Shut up. А что такого? There's a nigga from Sidon B. Shut up. If you link that one more time, you will get banned. What is it? There's a nigga from Sidon B. Да нет, нет. Так там оружие, Негев. Какой-нибудь... Долбоёбы, что ли? Режим. Кстати, хочу заметить, что в этой игре убрали... Кстати, батечка, твоя реакция на то, что кстати, все набросились батечка, на Сиповкина. Твоя реакция на то, что все набросились на Сиповкина $2. Объективно же, это один из самых орных типов на Твиче сейчас. А косточкой банная грубо поступает, ну, по отношению к слону. Я с Марком мы общаемся там в ТГ, но я честно скажу, это не в обиду. Я как бы его не смотрю. Мне довольно сложно. Не знаю, может, из-за моих каких-то там домыслов в голове, но мне довольно сложно смотреть, находиться. Я типа захожу, на первой же минуте я получаю какое-то, блядь, какую-то хуйню просто в чате, я как бы всегда выхожу. Ну, не мне пишут, а просто в общем. Ну, да, у него, типа, есть орная тема, но она вся связана с донатами. То есть, как бы, зачастую весь контент делаете вы. То есть, вы, типа, вы красавцы, да, это факт. А что накинулись? А кто накинулся? Типа, кто накинулся? Кто на него накинулся? Акулич?
Что он там сказал? Я честно скажу, вот что сказал Акулич, я не видел. Я не видел. Что было с корешем? Я клипов не видел, но я так, типа, я так понял просто, что он какие-то там, какие-то рофлы про него вкидывает и все, но я клипов именно не видел, я не видел, что он сказал. Ну, интересно, кстати, посмотреть. Я, наверное, все-таки посмотрю. Но мне интересно, что они шутят. Но я скажу так. Я скажу так. Все равно нужно стараться думать, как ты рофлишь, как ты говоришь. Это не в сторону Марка, если что. Потому что получить минус реп от аудитории Твича, это довольно жестко. И, бля, потом просто хавать говно на всех стримах, куда ты приходишь. И типа, ну как бы, типа, я не знаю. Ну я не знаю. Типа, ну я просто не знаю, типа. Вот Марк, в принципе, был в такой ситуации. Он хавал дерьмо везде, когда он там повыебывался на строго. Я помню, он сказал, что если меня там рейдили, блядь, каждый день нахуй. И всю эту хуйню, типа, у него там были с этим проблемы. Ну вот как бы... То есть я говорю, типа, аккуратно, я не хочу никого задеть, никого бить, потому что мне, если честно, клянусь вам, мне вообще похуй, что там у вас там происходит, вот эти ваши ебаные проблемы, нахуй, мне поебать, мне так охуенно живется, я себе открываю кейсы, блядь, я себе кайфую, я себе кушаю бананы, и мне просто пиздато, нахуй. И типа, если какая-то проблема будет, типа, интересная, которую можно будет обсосать, да, можно обсосать, прикольно. А так, пока у вас вот эти детские там драки в песочнице, типа, ну, базара нет. Я боюсь клипы Марка открывать, которые я чувствую, что там запретка. А я носом всегда учую, поверь. Марк Проликсаут, я чувствую, что там запретка. Слоняра Иван. Я уже, если что, я уже пью за нашу победу, блядь. За нашу победу, слава. Ребята, ну это же было в CSGO, ребятушки. Это было в CSGO. Ну что же вы кидаете? Вы что же такое кидаете? 2 gold. А я видел, Аска, я видел. Конечно, но алло. Я видел. Я не знаю, кто это, но чё, поздравляю его. Ебать. Поздравляю с охуенным ножом. Нет, поздравляю не чешем консоль. Она правда. Не знаю, кто это, но я его поздравляю. Ебать! Поздравляю, братишка. Это очень хороший улов. Поздравляю тебя, брат. Очень хороший улов. А, что убрали? Кто такой Степан Пантера? Что это? Я сейчас знакомый. Степан Пантера, это кто нахуй? Дед твой. Степан Пантера. Ну? И чё там? Я сейчас знакомый, Степан. Бля, вот эти ебаные 2 долбоеба, я так обожаю вот это вот, когда они уже понимают, что там будет запретка 100% при фаером, они ловят эту запретку, и потом вот это, что Марк, что Макс, вот это, блядь, постоянная нахуй, блядь, 2 дебила нахуй. В этой игре убрали, собственно говоря, ты не... Бля, лучше бы в этой игре убрали тебя, Вань, ты единственный, что тут не подходишь, тебе надо играть, я не знаю, какой-то симулятор, там, типа, что-то такое, ну, типа, сажай растения, овощи можешь сажать. Тренироваться только можно теперь с ботами. Да ну нахуй. Ну давайте используем какой-нибудь... Блин, Иван Золо, наверное, не будет смотреть мой просмотр, потому что я как бы с черной стороны интернета в скобочках. Это, конечно, грустно. Я бы хотел, чтобы все-таки Иван Золо посмотрел меня, ну, типа, ну, посмотрел мою реакцию, как я рад, что Иван Золо делает контент, он молодец, я его поддерживаю, он умничка, вообще класс, вообще молодец. Какой-нибудь тренировочный процесс и, собственно, куда-нибудь... Быстро про Братишкина. Такие, куда выгоднее? Посмотри, он тупой, блядь, как молекула. Это про Димана, ребят, вы думаете... Ребят, вы думаете, я не слежу за, как бы, типа, инфлюенсией 753? Ребятишки, я, в отличие от вас, ни одного стрима не пропустил. Я знаю, что это в моменте это было про Димана. Ребятишки, кого вы хотите, ну, ебать? Заглянем в какую-нибудь карту. Я насчитал тут более 10 новых карт, ну или даже больше. И, собственно, мы одну из них сейчас испробуем. Давай. Давайте мы сейчас испробуем такую карту, как... Наверное, вот эту давайте. Потренируемся для начала с ботами. Давай. Ну, блядь, такой бомж... Классная здесь, конечно, ботами. Музыка. Прям кайфую от нее. Согласен. Бля, никогда не мог ему хотя бы камеру купить, блядь, за те деньги, которые он на нем заработал, бля. Просто камеру купи ему, блядь. Скилл старости. Гому говорит, у вас ноги как у газели. Что, такие стройные? Нет,
шерстью покрыто. Няма, няма, няма. Няма, няма, няма. Ладно, не трогайте, не трогайте. Няма, няма. Шерстью покрыто. Няма, няма, няма. Няма, няма, няма. Ладно, все, пойду я. Послушай. Все, 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 надо. Последний раз я пойдешь. Блять, я бы весь день бы сидел эти анекдоты слушал. Ну ж просто разъеб нахуй. Так, я за спецназ, я за светлую сторону интернета. Красавчик. Поехали, закупимся для начала. Так, 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 как, что здесь можно купить? Окей, все. Let's go, let's go, let's go. Поехали. Да, я думаю, что за бомжи ебаный дигл покупают на первом раунде. Бля, как же он охуенно двигается. Так, так, так. Опа-на, по-нашему застреляю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Получайте. Одного за... Бля, вот так же примерно злой убивает. Вот так же примерно, блядь. Охуеть, блядь. Стрелил. Выходи, придурок. Ну-ка. Ну, это Бату говорю. Есть кто? Ага. Все, отлично. Молодцы, ребята. А вот ты испалился, дурачок, блядь. А вот ты испалился, блядь, дурачок, нахуй. Блядь, что с качеством? Блядь, сука, блядь, а что нахуй у тебя... На чё ты снимаешь, нахуй? На Sony Ericsson, блядь, какой-то кнопочный, блядь. Ищем остальных. Опа-на, получи. Второй уже. Класс. Так, я, некоторые жалуются, что игра типа лагает. Да нет. Ну да, меня уничтожили. Некоторые жалуются, что типа игра лагает, но на самом деле, ну, она не лагает, но... Бывают случаи, когда она, ну... Можешь ПЖ чекнуть, насколько я импровнулся в репортерстве? Да что ж такое-то, блядь? Осуждаю. Не, ну это прикольно. Это прикольно. А зачем ты затер телеграм? Я ездил. А что это у меня с голоса, который читает? Просто мне, как зрителю, Марк кажется одним из самых искренних стримеров на Твиче. Типа вся, ну, эта наигранная московская тусовка добро плюс вайп полная параша для личинок. А наш, ну, слон хоть агро, но честный. Бро, это ж тут каждый человек выбирает себе человека, который ему близок. Понял? Типа, это нормально, в этом ничего нет. Тебе близок Марк, кому-то, блядь, близок Жужо, понимаешь, типа. Для кого-то один хороший, для кого-то другой хороший. В этом-то и смысл. Сейчас. Бывают случаи, когда игра лагает, в том случае, когда я стреляю по врагам. А так игра хорошая, и, собственно, с ней все нормально. Ага. Парень, короче, КС-2 не лагает. Иван Золик сказал. Так, парни, я пойду в ту сторону. Кто по мне стреляет? Так. Так, я присел. Так. Опа-на, перезайдись. Одного застрелил. Отлично. Получай. Есть. Второй сбит. Сбит, блядь. Где-то еще есть. Поехали за ними. Опа-на, я видел кого-то. А что бежишь на другую сторону? Бля, я вам клянусь. Знаете, что я ебать ненавижу, блядь? Когда я слышу, как люди поднимают мышку, чтобы... Блядь... Вот этот звук. Поняли? Вот этот звук. Вот поехали этот... за ними. Опа-на, я видел кого-то. Слышите этот звук? Меня просто режет, я не знаю. Это реально, это моя фобия, наверное. Когда слышу, когда люди вот так вот крутят, блядь, чтобы развернуться. Бля, я вообще не понимаю. Это просто пиздец. Возьми так, оружие. Идем за ними. У тебя? Опа-на. Бомба, бомба, бомба. Не успел. Надо было быстрее. Было.
Мы проиграли 1-1, окей. Ремикса, ремикса такого. Мы не должны проиграть ботам. Ну там бот Оли, бабушка Оли, блядь. За закладку бомбы. Блядь, а когда он за террориста будет играть? Чтобы он за террорист, террористом побыл. Так, закупимся для начала. Что мы можем купить? Блядь, давайте вот это вот. Все, поехали. Давай. Блядь, будь так, террористом. Пойдем уже за этим вот человечком. Человечком, ты с ботами играешь, сука. Так, Найс, это какая-то лаборатория и, кстати, новая карта, которой я ни разу не бывал. Получай. На нахуй, ебаная бомба. Давай. Блять, какая у ботов охуенная реакция. Получай. Просто ебаный тупой бот вышел, просто смотрит. Бля, я не понимаю. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой разброс. Я по нему вообще не попадаю. Да ну. Получай. Ух ты. Как он убивает? Давайте, парни, выиграем. Бля, он никогда не делал вот эту хуйню, где типа красным, там, зеленым горит и резко красным надо нажать ЛКМ. Никогда не делал эту хуйню. Ну типа, бля, какая у него реакция? Типа 6-7 секунд примерно. Выйти. Так, окей, мы победили. 2-1, все нормально. Мы ботов побеждаем. Отлично. Так, закупимся. Что можно купить еще? Вот это можно купить. Поехали, поехали. Бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу. Поехали. Нет, здесь какой-то тупик. Поэтому не сюда. В смысле? В смысле? Как ты умер? А я не видел нигде бомбу. Что это такое? Какое мясо? Чье? Это... До скольки тут играется, непонятно. Бля, я не верю, что так чел может играть. Так, где там... Я его бот закатил жестко. Отлично, троих уложили. Ну как сказать троих? Алло. Алло. Это друг Марка Блока Моли сейчас зашел? Алло. Алло. Друг Марка Блока Моли? Алло. Не слышь. Меня слышно? Алло. Слышно? Не слышь. Слышно меня, алло? Алло. А ты выздоровел? Нет. А, ну, я стримлю, а что такое похуй. Злой? А мне просто, я жду, когда уже голос полностью не будет у меня, я буду просто молчаливый стрим. Я просто написал тебе, а ты меня заигнорил. Я думаю, у тебя может нахуй клава что, блядь, простыла или что за хуйня, я не понял. А у меня пальцы не пишут. Ты охуел, по-моему, нет? Минус вайп, блядь. По-моему, нет. Ребят, вы обнаглели нахуй? А где ты мне написал? В Телеграме, где еще? А, так у меня Телеграм забанили, Серби. Ты нахуя мне пиздишь, блядь, в каждой секунде, блядь, в каждой моменте, блядь. Ты долбоёб? Я когда пиздел? Да какой нахуй? Всегда ты мне врёшь, блядь. Ты дебил? Я когда пиздел вообще последний раз? Ты, блядь, когда... Ты каждый раз пиздишь, ебень. Ой. О. Это я не про тебя. Нет, ну, ты хуйню несёшь. Ты хуйню несёшь. Значит, где-то надо хуйня, вот я и несу. Ебать, просто ты, блядь, с этого момента ты не пацан, иди нахуй, понял? Я съебался, пошли дальше смотреть. Не, ебать, я его уделал жестко, да? Не, реально, кто сейчас считает, что как бы, ну, типа, я его жестко уделал, присоединить? Чел, слава богу. А вот это у нас куда несется чел? Алло, блядь. У меня был всего один патрон, так что я не мог ничего сделать. Даже я спрятаться не успел. Парни, побеждайте. Бля, какой ты скучный чел. А реально, что с Иван Золиком стало? Надо будет вызвать кого-нибудь. Кого он хочет вызвать? Ты. А с хули он поиграл только за КТ? Можно как-то выйти с этой игры? Не, с этой игры нельзя выйти. Все, выйти в главное меню. Это игра на жизнь. Еще можем. Да, поменяй фон сзади. О, да, он играет с челами. Так, сейчас начнем. Вот. La team est crazy en mode tout. Сыграл игру. Я играю за какую команду? За какую-то команду? Че то ли они англичане или что? Я не понимаю. Так,
спецназ. А, я все-таки за спецназ играю, отлично. Так, закупиться надо. Давайте вот это вот купим. Все, поехали. Я не понимаю. Так, аккуратней, аккуратней. Так, дымка, она помешает. Дымка. Я ничего не вижу, не вижу. Кто, где, когда, зачем? Фу, все. А, это пока что разминка. А, нормально. Окей. Погнали! Это матч ламба! Матч начинается через 1-2-1-0. Погнали. Все, закупаемся. Себе, сколько их, блядь. Все, закупился. Поехали. Ебать, валерой. Со старта, бля. Так, идем. Угу. Так, есть кто? Ой, я думаю, это мой. Не-не-не, по мне не стреляйте. Так, кто здесь? Никого нету? Отлично, все, погнали. Так. Ой-ой-ой, как жестко все. Трэш. Ты говоришь про реакцию ботов, а нет такого ощущения, что он смотрит 5-5 ботов, играет в ES5 ботов. Как будто они поумнее будут. Хорошего стрима и пусть парни на ботах побеждают. Имеется такое. Смотрите, как жестко Мидл запушил. Так. Попробуй дверь открыть. Ага. Я. Еее, получай. Одного пристрелил, отлично. Красава. Так, окей. А, нет, туда не пойдем. Окей, тогда нам туда. Бля, он притворяется. Так, здесь кого-то уже подстрелили, окей. Так, что? Опа-на, ну, получай, есть. Два кила, блядь. Второй сбит. Следующий где? Вы победили, еее. 1-0, yes. А кто знает слово yes? Закупаемся, что можно купить? Давайте купим вот это вот. Все, погнали. Все, погнали. Иванзола, не слушай братишкина. Ты молодец. Хороший видеоролик, очень смешной и классное качество. Сразу хочу сказать, качество прям топ. Вот реально видно, что снимал мастер какой-то. Че вы стоите? Погнали. Чат тебе сейчас докажет, смотри. Видишь? Вот. Чат пишет, классный видеоролик, классный, блин, так интересно смотреть, вау, круто. Я врать не буду. Так, куда... Почему он Ваня? Там есть В буква, Ваня, типа вот. Почему он не бежит на Ваню? Почему? Вот, Ваня туда, налево. Так, куда идти, куда идти? Не знаю, Вань, куда идти. Чел вышел. Как же он ебало скукурузил, блядь. А можно мне возродиться? Да, да, можно. Возродись, пожалуйста. Да. Попроси, да, сейчас возродись. Вы там чел с щитом или что? Проиграли. Окей, 1-1. Бля, кто это играет, пиздец. Закупка. Так, что можем купить? Все, купили. Поехали. Беги. Кто по мне стреляет? Блять, ну и чел. Так, кто? Блять, пока. Я хотел бы обрезать. Идем дальше. Так. А вот со спины как-то было, ну знаете, страшновато. Ладно, жду возрождения. Мы имеем... Все, погнали. Нет, туда я больше не пойду. Ну по мне стреляйте. А, ебать, тут можно пробегать через... Yes, yes. Давайте вот это, окей. Бля. Просто, это, наверное, еще один из самых... Так, давай. Где же враги вы? А че, блять? Вы где, алло? Алло. Ты набрал?
Так. Надо было быстрее, а так ситуативненько было. Та и два, ну как так? Стабл Гайз? Чего? Что такое Стабл Гайз? Что такое Стабл Гайз? Это игра какая-то. Пацаны, меня слышно? Ой, я забыл, на какой это вообще голосовой чат нажимать. Честное слово. А ничего страшного. Есть, одного уничтожил. Одного не. Ты мне? Это сейчас мне сказали? Ничего себе. Бля, просто шестилетний пропускает. И мне выпадает! И мне выпадает! Я не выпадаю! Да пять лет не выпадает! Но... Так, 4-2, отлично. А, так, что можем купить, быстрее. А, так, все, погнали. Бля, парни, я вообще... В, что за хрень ты смотришь? В смысле? Дядя Вань, это вообще развал кабины называется? Кто, где, когда? Кто, где? Ой-ой-ой-ой-ой. Дымка прилетела, слышишь? По мне стреляют. Правильно, беги на мидл из-за этого. Беги в огонь. Ну же. Он любует с огнем. Где ты? Окей. Да, давай, появись. Распикивай как про. О, еле выдержал. 5-2, отлично. Бля, это про твой ролик надо сказать, нахуй, еле выдержал, бля. Если бы я не скипал, я бы уже давно нахуй его стрим. Джет, это же оружие. Все, погнали. О, вот это хорошо. Middle push, поехали. Они чё, бессмертные что ли? Чел молик стреляет. Я ж по ним стреляю. На нахуй. У меня теперь 2 кило, поняли, лохи! А вот Витя бы как пытаюсь выкать. Да, я шо? Тыкайте этого придурка, F1. За что? Почему? Я всё равно вам шоу пьяный! Что ты придурок? Лохи тупые! Я всё равно к вам! Трэш, как здесь орут. Трэш. Осуждаю, что вы осуждаете? Там ничего не было? Эх-1, он не затыкается. Осуждаю, почему ты еще его мудрый? Там ничего не было, там. А почему нельзя продать? А как тебе история чисто в теории Иван Зола в качестве комментатора твоих шоу-матчей? А как тебе история? Чисто в теории. Иван Зола в качестве комментатора твоих шоу-матчей пригласил бы. Ты только представь, топ-клипы от конторы, где фул твой стрим 3. Нельзя делать! Блин. Так, погнали. Я просто не уверен, что люди это выдержат. Да как так? Ну трэш. Ну трэш. Поехали. Так, затаиваемся снова. Известно мне. Знаешь, прыскай. Трэш. 7-4. Нормально. Ничего. Кого там нету? Отлично. Так. Трэш. Ну, я думаю, можно выходить. Или как тут выходить? Ну, вон, давайте тогда выберем карту и тогда выйдем уже. Правильно. Так, выйти в главное меню. Так. Да. Заключение по CS2, Ваня. Мы все ждем. Окей, новое. Что-то мне новое далось? Серьезно? А что мне... мне дали напарники и соревновательный режим. Окей. О, нет. В этом мы поиграем, наверное, на стриме. Поэтому вот такие вот дела.
Так. Класс. Что? Может, что-то я проглядел или что-то я упустил? Да. Проглядел. Давайте что-то посмотрим. Или мне кажется, мы все посмотрели тут. Короче, мы, наверное, посмотрели тут все. Что хочу сказать про Counter-Strike. Counter-Strike нормальная игра, она не лагает, она, в принципе, нормальная. Никаких к этой игре жалоб нету. Так что можно спокойно в нее спокойно играть. С вами я был Иван Золо 2000. Не, не хочу. 4, подписывайтесь на мой телеграм-канал Золо 2000. Что это такое? Вы что, долбоебы? Что это мне в чате жопа? 2004. Там актуальные важные новости. Пишите комментарии, ставьте лайки. 46 тысяч лайков. И вот они кейсы. Все благодаря тебе. Спасибо огромное. Кстати, прямо сейчас...